Его до сих пор зовут Дима, несмотря на то, что наш герой разменял пятый десяток лет и носит звание «Заслуженный артист России». Он постоянно попадает в скандалы, то став участником вечеринки Насти Ивлеевой, то появившись на концерте в неадекватном состоянии. Герой нашего сюжета не скрывает и откровенно признается, что испытывает проблемы с алкоголизмом. Он недавно перенес сложнейшую операцию на позвоночнике, а сейчас рассказал, какие отношения на самом деле связывают его с Яной Рудковской. Мы докопались до истины и сейчас расскажем, почему самый лучший наставник шоу «Голос» уже не дети, до сих пор не женат и почему у него нет детей. Настоящее имя артиста – Виктор Белан. Он родился в небольшом городке Усть-Джигута, расположенном в Карачаево-Черкесии. Музыка вошла в его жизнь с раннего детства. Он пел в хоре и выступал на школьных концертах. Белан прошел обучение в Гнесинском училище и уже в юности начал принимать участие в различных музыкальных конкурсах. Переломным моментом в его карьере стало участие в «Фабрике звезд 4», где он привлек внимание широкой аудитории. Под наставничеством продюсера Юрия Айзеншписа Билан начал выпускать первые сольные композиции, которые быстро завоевали любовь слушателей. Одна из его первых песен «Я так люблю тебя» стала настоящим хитом, закрепив за Биланом статус одного из самых перспективных молодых артистов России. Но настоящая популярность пришла к нему с синглом «На берегу неба», который буквально взорвал музыкальные чарты. Этот трек звучал из всех утюгов страны и стал визитной карточкой певца. Однако настоящий прорыв в карьере Димы Билана произошел на Евровидении 2006. Он впервые представил Россию, но занял лишь второе место. Однако это стало наивысшим результатом для нашей страны на тот момент. Шоу, подготовленное Биланом, запомнилось зрителям не только сильным вокалом, но и эффектной постановкой. На сцене присутствовал белый рояль и балетная труппа, что создало незабываемую атмосферу. Не остановившись на достигнутом, Билан вскоре вновь вернулся, чтобы снова покорить Европу. На этот раз он представил композицию «Believe». Его выступление стало настоящим триумфом. Дима Билан принес России первую победу на этом престижном конкурсе. В постановке участвовал известный фигурист Евгений Плющенко и скрипач Эдвин Мартин, что сделало номер еще более зрелищным и запоминающимся. Эта победа принесла Билану не только международную известность, но и закрепила статус певца в России как одного из ведущих поп-артистов. Его имя стало синонимом успеха и высокого уровня музыкального мастерства. После победы на Евровидении Билан продолжил активно развивать свою карьеру, выпуская новые альбомы, многие из которых становились платиновыми и гастролируя с концертами по всему миру. Кроме того, после Евровидения он начал сотрудничество с международными продюсерами, что позволило ему записывать песни на английском языке и даже начать строить свою карьеру за пределами России. Благодаря этому он стал одним из немногих наших исполнителей, которые смогли выйти на международную арену и найти признание за пределами родной страны. Только вот в личной жизни Димы Билана не все так просто. Он предпочитает держать свои отношения в секрете, и в СМИ редко появляются подробности о его романах. Однако в интервью артист признается, что мечтает о семье и детях, но пока он не встретил ту самую женщину. Личная жизнь Димы Билана всегда вызывала огромный интерес у поклонников и СМИ. Однако сам артист предпочитает держать эту сторону своей жизни в тайне. В течение своей карьеры Билана связывали с рядом известных женщин, но он редко открыто говорил о своих отношениях. Одной из самых обсуждаемых историй была его связь с моделью и телеведущей Еленой Кулецкой. Они встречались несколько лет, и в СМИ даже ходили слухи о скорой свадьбе. Но в итоге пара рассталась. Позже Елена призналась, что их отношения действительно были серьезными. Однако Билан решил сосредоточиться на карьере, что привело к разрыву.
Также в разное время нашему герою приписывали романы с самыми известными и эффектными девушками нашей страны. Среди них фигурирует певица Юлия Волкова, бывшая солистка группы «Тату», актриса Светлана Светикова и даже Анастасия Волочкова, но с последней явно СМИ переборщили. А недавно в сети обсуждался роман Димы Билана с дизайнером Полиной Субботиной. Пара неоднократно появлялась вместе на светских мероприятиях, и их близкие отношения не остались незамеченными. Однако любимец миллионов девушек и женщин и здесь не спешил делиться подробностями и ограничивался общими фразами, говоря, что у него есть любимый человек. А вот с Яной Рудковской разговоры о романтических отношениях циркулировали на протяжении многих лет. Она уже долгие годы является продюсером и близким другом Димы Билана. Близкое сотрудничество между ними породило множество слухов о том, что их связывают не только деловые, но и романтические отношения. СМИ активно обсуждали эту тему, особенно учитывая, что Рудковская к тому времени была замужем за бизнесменом Виктором Батуриным. Многие журналисты предполагали, что между ними были некие чувства, но конкретных доказательств этому никогда не было. Рудковская и Билан всегда подчеркивали, что их связывают только рабочие и дружеские отношения. Яна неоднократно заявляла в интервью, что считает Диму своим младшим братом, а он, в свою очередь, говорил о ней как о второй маме, которая помогла ему подняться на вершину музыкального Олимпа. Однако оба всегда отрицали наличие любовной связи, утверждая, что их отношения были исключительно деловыми и дружескими. Яна Рудковская начала работать с Димой Биланом в 2005-м, когда стала его продюсером. Именно под руководством Рудковской Билан добился огромного успеха, включая победу на Евровидении 2008. Их деловые отношения оказались чрезвычайно плодотворными, и Билан стал одним из самых успешных и узнаваемых российских артистов. Со временем разговоры о романтической связи с Биланом постепенно утихли. Тем не менее, дружба и сотрудничество продолжились между ними. Дима даже стал крестным отцом Гном Гномычу, сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской. В последние годы Дима Билан все больше скрывает свою личную жизнь, не позволяя посторонним вмешиваться в свои отношения. Он не раз говорил в интервью, что мечтает о семье и детях, но пока не встретил ту женщину, с которой готов был бы связать свою жизнь навсегда. На текущий момент артист сосредоточен на своей музыкальной карьере, участвует в различных телевизионных проектах, занимается благотворительностью и поддержкой молодых исполнителей. Его гастрольный график остается насыщенным, а концерты собирают полные залы. Однако история об алкоголизме Димы Билана стала одной из самых обсуждаемых тем в российской прессе в последние годы. Артист открыто признался, что в определенный момент своей жизни столкнулся с проблемой чрезмерного употребления алкоголя, и это оказало значительное влияние на его здоровье и карьеру. В интервью и в социальных сетях Билан рассказал, что алкоголь стал для него способом справляться с накопившимся стрессом и тревогой. Все это связано с его карьерой, насыщенным графиком работы, постоянными гастролями и высоким уровнем ответственности. Артист отметил, что страдал от сильного эмоционального выгорания и психологической усталости, что привело к злоупотреблению алкоголем. Одним из главных катализаторов его признания стала череда скандалов и слухов. Многие заметили, что Билан начал выглядеть ослабленным, похудевшим и нездоровым. Это вызвало волну беспокойства среди его поклонников. После одного из его выступлений в Самаре в 2019-м, где Билан вышел на сцену в неадекватном состоянии, общественность и СМИ стали активно обсуждать его зависимость. Осознав, что алкоголизм начал разрушать жизнь и карьеру, Билан принял решение бороться с этой проблемой. Он рассказал, что прошел курс реабилитации, обратившись за помощью к специалистам и психотерапевтам. В интервью Билан подчеркивал, что отказался от алкоголя и активно работает над своим здоровьем, как физическим, так и ментальным. Артист признался, что ему удалось справиться с зеленым змеем благодаря поддержке близких, друзей и поклонников. После этого он пересмотрел свои приоритеты и стал уделять больше внимания своему самочувствию и образу жизни.
Сейчас Билан заявляет, что алкоголизм остался в прошлом, и он стремится вести здоровый и сбалансированный образ жизни. Однако не так давно наш герой кардинально изменил свою внешность. Он подстригся налысо, и это событие вызвало большое внимание и тревогу среди его поклонников и СМИ. Билан объяснил, что решение побрить голову стало для него символом нового начала и обновления. В тот период он проходил через сложный этап в своей жизни, связанный с проблемами со здоровьем и борьбой с алкоголизмом. Радикальное изменение внешности стало своеобразным жестом, символизирующим его стремление избавиться от прошлого и начать жизнь с чистого листа. А недавно наш герой признался, что страдает от межпозвоночных грыж, которые вызвали у него сильные боли и дискомфорт. Билан перенес серьезную операцию на позвоночнике, но достаточно быстро восстановился и снова радует нас своим творчеством. Сейчас все СМИ обсуждают, что заслуженный артист России за свое выступление просит гонорар в размере 3 миллионов рублей. И это несмотря на то, что карьера Билана пошла на спад и уже не такая активная, как раньше. Певец остается востребованным среди организаторов различных мероприятий, включая частные вечеринки, корпоративы и фестивали. Кроме того, стал известен райдер музыканта. В список требований вошли такие стандартные позиции, как вода, коньяк или виски, кока-кола, горячие и холодные закуски, а также зеркало. Если выступления требуют перелета, Билан предпочитает места в бизнес-классе, а на земле ему нужна машина представительского класса. Райдер не содержит ничего необычного или сверхъестественного, в отличие от требований его коллег. Например, Маша Распутина любит, чтобы ее встречали народным ансамблем и хлебом с солью. Причем лимузин является обязательным условием. Сергей Зверев требует, чтобы его никогда не называли по имени, а обращались не иначе, как к суперзвезде. А Валерий Леонтьев всегда требует черные мусорные пакеты. Видите ли, его веки не полностью закрываются из-за пластики лица, и он не может спать при свете.